nur als imposantestes Schauspiel politischer Machtentfaltung, die in Jahren gegen noch wanken werden könnten. Die Jugend ist unverschrieben und hat alle mit Leid. Es spricht der Führer. Gesamtbild aber in ein Ordnung. Внимание! Говорит Москва! От Советского информбюро! Шел бой за улицу. Огонь врага был страшен. Мы прорывались к площади вперед. А он гвоздит, не выглянуть из башены. Черт его поймет, откуда бьет. Тут угадай-ка, за каким домишком он примостился. Столько всяких дыр. И вдруг к машине подбежал парнишка. Товарищ командир, я знаю, где их пушка. Я разведал, я подползал. Они вон там, в саду. Да где же, где? Отдайте, я поеду на танке с вами, прямо приведу. Что ж, бой не ждет. Влезай сюда, дружище. И вот мы катим к месту вчетвером. Стоит парнишка. Мимо пули свищут. И только рубашонка пузырем. Ходим в тыл и полный газ даем. И эту пушку заодно с расчетом мы вмяли в рыхлый жирный чернозем. Был трудный бой. Все нынче как с просонку. И только не могу себе простить. Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, но как зовут, забыл его спросить. Второго мая 1945 года войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова при содействии войск Первого Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск. И сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Берлин.